отношениях. Из этого положения, оставляя давление ладони в колено, мы начинаем левую руку разгибать левое плечо, возвращать центр, создавать утяжение. Затем правое плечо, правое колено выпрямляем, возвращаем. Все время сохраняем давление ладони в колено. Для того, чтобы спокойно отпустили живота. Утяжение. Мышцы живота сильнее. Правую поставили на правое колено, отодвинули бедро и подвинулись.
приподняли голову, приподняли бедра наверх, потянули голову, приподняли, потянули вниз. У нас было три вариации положения. И теперь снова к себе, снизу, около внутренней поверхности бедра, ближе к боковой кости, вместе ладони приподняли, квалифицировали бедра, опустили стопы на пол. Приподнимаем к себе бедра, опускаем вниз. Двигаясь до конца стопы к себе, придерживаем ладони вверху. Ладони помещаем на колено направо. Продолжаем. Пальцы
Правую ягодицу, а именно внизу, то есть бедро вправо.
быстрее. Отталкиваемся правую, правую ладонью, подключаем таз. И точно так же руку я левую ладонь отставим. Отсюда вводится левую руку к полу.
почувствовать хорошую опору под плечи, плечо, над щелобой, грудной клетки щитовидной клетки, и могли двигаться в этом положении таза, вытягиваемся к пяткам, слегка разворачиваем плечо либо потолок, как будто бы правая расположение, возвращаем стопы, надавливаем левую плечо, разворачиваем грудную клетку, слегка потолок. Движение только в легкую плоскость, таз, поясничное дело остается без движения. То есть мы с вами как будто бы одно предплечье вдавливаем в коврик, другое приподнимаем. Вслед за плечом поднимается голова к потолку. Маленькое движение в руку к руку. Thank you.
не восстановлены. Через год переворачиваемся на спину. Внимание, мы с вами будем через ствол